є третім у центрі поля, доповнюючи Модрича і Кроса. Крос заганяє атаку своєї команди, віддає на правий фланг. Хамес, подача в вільну зону, Бейл п'ятою на Кріштіану, той пробиває і забиває Кріштіану Роналду. 1-0, Реал виходить вперед на 17-й хвилині поєдинку. Кріштіану Роналду до всіх, окрім Зінедіна Зідана. Те, про що ми говорили, шанс для контратаки у Реала буде, простір для контратаки у Реала буде. І проходиться передача Гарета Бейла, передача п'ятою, проходить м'яч поміж ніг Гінтеру. Ну а далі, звичайно, від Кріштіану Роналду, що називається, справа техніки, а з технікою у нього повний порядок. Хамес, Уго Санчес. Зараз Гереро пробиває, парирує м'яч, голкіпер, і Обамеянг забиває, офсайду не було. П'єр-Емерік Обамеянг зрівнює рахунок у цьому матчі. Він чи автогол від Серхіо Рамоса. Офсайду немає в момент удару, факт. Ну, встигає Обамеянг. На нього потрібно записувати цей м'яч, не на автогол Варана. Навас парирує, влучає у Рафаеля Варана. Схоже, ще до того, як м'яч повністю перетнув лінію, П'єр-Емерік Обамеянг встиг його торкнутись. І тому записуємо уже на Вестфалі. Угловой розіграє і дожидає заміни даже, которая там стоит в центре поля. Подача и Бензема, гол. Но гол забил не Бензема, а... Рафаэль Варан. Забил Варан. И свои, и чужие отличился. А Бензема там еще ударился обо что-то, но... Они шли до конца. В своем репертуаре там Бензема-то был в метре или в полуметре от ворот, попал, мяч прокатился, по-моему, вообще по каркасу. Давайте посмотрим, потому что попало в перекладину и в штангу. Или это мне показалось? Смотрим, вот передача. И, кстати, Серхио Рамос дальний, вообще, наверное, его имел в виду. Да, да, именно, штанга и перекладина в одном флаконе, ну и дальше уже добивание в пустые ворота. А Рамос там был на подхвате. А, вот как раз Рамос сделал подкат Бензема уже за пределами поля. Вот сейчас мы здесь. Владимир, впереди Реал. Мунучи, проникающий передачи, как он умеет, вдвоем. Здесь передача от мяча. И еще отстанавливается. Направо на Гинтера. И дальше Пулишич снова великолепен в дриблинге. Пулишич, передача. Абамиян бьет через себя. Еще один удар и гол. Андрес Щурле сравнивает счет. Великолепный момент с участием Кристиана Пулишича завершился голом. 2-2. Андрес Щурле, автор забитого мяча, но соавтор Кристиан Пулишич. Изумительное решение выпустить на замену футболиста сборной США. Браво, Томас Тухель, браво, Дортмунд в этой чудесной голевой атаке. Хотя, мне представляется, что это был такой ненавес, даже наброс на Обамеянга, который хотел через себя пробить в этой ситуации. Давайте смотрим, здесь вот действительно изумительный дриблинг Пулишича, и вот Обамеянг пытается пробить через себя. Кто-то там из игроков Реала сигнализирует, что это опасная игра. Ну, что там опасного? Да, может, был контакт. Карвахаль просто помешал пробить здесь, грудью мяч отбил, и ну как он попал-то в эту ближнюю девятину. 2-2. Андрес Щурле, мощнейший удар. Да, здесь Кейлор Навас, мало то, что был закрыт своим игроком, Дани Карвахалем в данной ситуации, так еще и...